Да. Ух. Хорошо? Пока не понял. Все, не торопись. Да что ты? Успокойся. Не торопись, Мишанька. Я стараюсь. Сейчас, братец, я тебе перезвоню, Мишка тут рыбу поймал. Ура! Подожди, подсак возьми. Че, оторвал? Так, ребята, Мишка поймал еще одну рыбу. Признаюсь, мне страшно, потому как... Просто на крышу вот сюда. Раз. Ага. Так. Хороший судачок. Да, такой съедабельный. Хороший. Вот такой воблер рапала. Там есть. Ну, мы, в принципе, на них и ловим постоянно на пробу. Самый большой размер, который есть. Так, теперь осталось аккуратно потеряв добычу, положить ее в подсак. Давай. Чара клюнул. Ого, тяжелый какой. В ланзаке валялся. Ну блин, хороший, да. Однако. Так, надо приготовить на. Блин, слушай, вообще хороший. Даже это самое не тащится. Может, газику сбросить? Нет. Нормально тащится. Приготовь, да. Так, что у нас тут? Вот тут я камеру завел. Ребят, что-то очень хорошее взяло. Прямо. Опа! Опа. Выскочил, да. Либо забагрил я его, скорее всего. Да, он подбагрился, скорее всего. Либо это щучка. Щука, походу. Походу, на да, а что, он берет, так же затронет. Да. Что-то там такое. Не, забагрился за бок. Мелкий судачок за бок, ребят, взял. Ну, это он отсюда с 20 метров, кажется, таким мелким. А так-то, конечно, достойный был бы экземпляр, если бы вот... Давай, по поверхности. Ну, такой съедабельный, я тебе скажу. Да. Жеребильный судачок. Хороший. Стой. Я возьму, видишь, без суеты. Все, по. Нет, смотри, он просто за этот самый.
Ну что ж, вот такой вот судачок, ребят, взял. Есть? Есть? Взял хорошо. Так, ребятки. Опа. Есть, да, хороший был такой удар. И вот он наш судачок, вон он, его уже видно. Ух ты, ух ты, ух ты. Хорошо трепухается. Взял он вообще шприцом, чуть не задымил. Да, Мишенька? Да, что вы там брали? Сейчас я к тебе его переведу. Оп, 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 оп. О, хороший, хороший, хороший. Хороший, да. Хороший. Сейчас я аккуратно. Хороший. Такого приятно подержать. Загубляй. Загубляйте, я его заведу. Это Жерик. О-хо, ребята, Жерик взял. Вот это да. Вот это да, вы видали? Жерик. Жерика взяли, а, Мишаня, красавцы. На Волге Жерика взяли. Хорошего-то, посмотри, какого, да, а. Аккуратно, аккуратно тройник сейчас тебе загонит. Добро, добро, вот это мы порыбачили. Однако. Ребят, ну, такого еще не было, поэтому я говорю, там удар-то был такой, очень, очень приличный удар был. Как будто сюда килограмм на 6 клюнул. Ну, покажи-ка его. Вот так. Вот так его за брюшко возьму просто. Вот, вот так. Вот так. Вот, чтобы мне видно было, вот сюда вот, да, встань. Вот такое лицо-то. Лицо-то. Вот такой рыбус. Вот это я словил. Красота. Хорошо, взял мясисто-то. Мясистое взял, ребят. Посмотри, что по курсу. По курсу, да, нормально. Да, первый раз я поймал жерика здесь. Первый раз такой, ребят. У нас судачный воблер. Да, у нас судаковый воблер, на троллинг взял жерих. Сейчас интересно, с глубины взял. Сейчас, подожди-ка. А ну у нас места все отмечены. Тихо. Красота, ребят, вот этот день. Вот этот день прекрасный просто. Не перестает от земля. Да, день сегодня вообще прекрасный. Нормально он, лови его. Съедабельный, жалябельный. О, да, рыбка. Вот, Василий, тебя с почином. Подтак нужен будет? Не знаю, пока не пойму. Давай, сейчас подтащишь, если что, возьму. Потише сделать. Не-не, о, у тебя поклевка. И у Мишки, ребята, поклевка. Да, что-то есть, ребята. Слушайте, ну вообще хорошо. На два спина тащим. Что-то небольшое. У меня тоже небольшое. Я тут, наверное, его заберу. Нормально. О, пошел у меня, да? У меня что-то трепыхается. Вот. Не, такой, смотрите, что-то съедабельное. Съедабельное? Да. Оно самое. Так, 3 года делали, доделали, и вот теперь ходит. Вот такая у меня рыбка попалась. Она у нас несъедабельная, и мы ее отпускаем. Давай, она вымотает, я расскажу. Yeah.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, давным-давно уже это самое. Я включаю, если я такой болезнь, самое туда-сюда болтает. Да, все, добро. Шикарно, шикарно. Спасибо. Да, Мишай? Да, интересно.